Водителю этого грузовика не повезло. Сначала он попал в дорожный конфликт, потом двое жителей Иркутска сломали ему нос. В финале они просто забрали транспортное средство у мужчины. Чтобы найти злоумышленника, в областном центре был объявлен план перехват. И часа не прошло, как любителей драться и забирать чужую собственность обнаружили. Подозреваемые были задержаны, а грузовик вернули законному владельцу.